Сегодня отключили четвертый энергоблок на АЭС. И люди спасаются бегством с тележками, со всем скарбом. Убегают куда-то в лес. Женщины и дети впереди. Вот так выглядит тоска и бесконечность русских дорог. Нам идти еще туда, далеко-далеко. Еще несколько километров. Это был у нас такой тест-драйв велоприцепа. Видели, по какой грязи мы сюда приперлись. И все это ради того, чтобы поплавать по этому маленькому красивому озеру. Смеркается. Нам идти вот туда, вот до самого конца. Вот по этой вот расхлябанной дороге с нашей тележечкой волшебной. Все, добрались мы до машины, кромешная ночь. Тележку не видно. Сейчас я включу подсветочку. В общем, боевой танк доехал по грязище вообще без каких-либо проблем, черпая примерно по колено грязь. Так что свою надежность тележка показала.